Лыжница, спускаясь с горы, упала, почувствовала боль и хруст в правой ноге в области голени. По прибытию скорой неотложной медицинской помощью был поставлен предварительный диагноз – закрытый перелом костей голени справа. Оказана первая медицинская помощь в виде иммобилизации транспортной шиной Крамера. Иммобилизация поврежденной конечности шиной Крамера. Подготавливаем необходимый инструментарий. Это транспортная шина Крамера в количестве 3 штуки, ватно-марлевые прокладки и бинты. Первым делом следует уложить пациента на спину, успокоить, объяснить ход предстоящей манипуляции, осмотреть место травмы, убедиться в наличии перелома или вывиха. Первым этапом идет моделирование шины на здоровой конечности с охватом голеностопного и коленных суставов. Подгонку шину проводим в среднефизиологическом положении. Прикладываем конец шины длиной 120 см к стопе здоровой конечности пациента от пальцев и к пятке. Далее сгибаем в области пятки под прямым углом, то есть 90 градусов. Перед наложением смоделированной шины на поврежденную конечность, ей также мы придаем среднефизиологическое положение. Далее укладываем ногу на подготовленную ранее шину. Первая шина проходит по стопе, задней поверхности голени до средней трети бедра. Пальцы стопы должны быть натянуты к голени. Вторая шина проходит по наружной поверхности голени от наружного края стопы. Третья шина проходит по внутренней поверхности голени от внутреннего края стопы. Далее подкостные выступы и в область промежности подкладываем ватно-марлевые прокладки для предотвращения сдавления и развития некроза. После начинаем фиксацию шины бинтом. При накладывании повязки необходимо помнить, что нужно стоять лицом к пациенту, чтобы по выражению его лица видеть, не причиняет ли повязка боль. Бинтование следует начинать снизу вверх, с первых двух закрепляющих туров бинта. Обратите внимание, что первый тур накладывается косо, а его конец загибается, и уже на него мы накладываем второй тур. Это делается для более лучшей фиксации. Бинт разворачиваете в одном направлении, причем каждый оборот бинта должен перекрывать предыдущий на половину или две трети его ширины. Бинтовать нужно снизу вверх, при этом одной рукой разворачивать головку бинта, а другой удерживать повязку и расправлять ходы бинта. После всех проведенных процедур госпитализируем пострадавшего в стационар для оказания специализированной помощи.